сегодня мы изучаем хореографию группы Сибайси на песню Мюрлз. Мы, собственно говоря, возьмем весь прибег и начнем с точки 7-8, где парни делали слайд, и на раз мы с вами прыгаем. Мы просто делаем прыжок вверх и раскрываем руки в стороны, не подгибая ноги по себя. 7-8, раз. Дальше у нас будет вылетать по очереди левая нога, правая нога, левая нога, правая нога. И вместе с этим у нас работают руки. И все это под слова. Там есть строчки «Let me go», «Let me go», «Let me go». Парни не делают ничего в биты или в счет. Все у них под слова идет. Ну, по крайней мере, первую часть припева. И вместе с этим работают руки и ноги. Получается 7-8. Раз и «Let me go», «Let me go», «Let me go». А, как вы обратили внимание, мы делаем раз, два. И дальше на эту же ногу у нас идет прыжок небольшой. То есть раз, два, прыжок. Раз, два, прыжок. Также работают руки. То есть от себя вниз. От себя к зрителю. И вместе с этим меняется положение корпуса. Сначала мы внизу, потом мы наверху смотрим на зрителя. И последний раз, когда мы выбиваем ногу, мы делаем раз. Но это движение, так скажем, между. Оно помогает нам перейти в следующее. Мы выбрасываем правую ногу и чуть-чуть к ней нагибаемся. Руки тем временем меняют положение, и мы делаем кружок и куху. А левая рука опускается на ремень, на базу. А, собственно говоря, 7-8. Раз и let me go, let me go, let me go. И дальше мы делаем еще два небольших кружочка на левой ноге. Пам-пам. И дальше мы уходим в сторону. Что будут делать наши ноги? Мы выпадаем направо, переносим на нее вес. От пола немножко отрывается влево. Дальше мы перетаптываемся. Раз и два. Поднимаем ногу вправо. Дальше снова перетаптываемся влево. И снова вправо. У парней разные партии, они меняются уровнем. Мы с вами начинаем снизу, а потом поднимаемся наверх. Потом снова вниз, потом снова наверх. Вместе с этим будут работать руки. То есть мы были здесь. И мы тоже с вами должны сделать кружок в сторону влево, потом вправо, потом влево, потом вправо. И потом выставляем руки перед собой, пальцы направлены наверх. 7-8. Раз, и let me go, let me go, let me go, go, да, да-да-да, да-да-да, да-да-да. И дальше у нас идет движение. Мы делаем три кружочка. Раз, два, три. Переходящие в сторону, где как вниз. И то же самое мы делаем движение головой, корпусом и заворачиваем ногу. Опять же, голова в сторону, чуть-чуть поднимается на плечо. У некоторых парней вообще отсутствует какое-либо движение корпусом. Но плечо наверх и заворачиваем правое колено вовнутрь. Еще раз. И это будет тоже под слова. Они поют «Punk и go shpop». И мы делаем «Punk и go shpop». И здесь небольшая затяжка, идет удар локтями. И дальше мы с вами снова с кружочка возвращаемся и ставим руки около головы. И, естественно, колено возвращается в предыдущее положение. Грубо говоря, мы делаем шаг, шаг. Дальше мы делаем шаг вперед и назад. У парней очень разное положение ног в данный момент. Видно только то, что они возвращают ноги. Здесь промежуточный шаг. И потом они отставляют ногу назад. И все это тоже движение с руками. Мы закончили, мы делаем «па-ба-ба-ба». То есть мы, когда заканчиваем на слова, мы руки раскидываем в стороны 45-45. И, естественно, это тоже на слова. Мы с вами закончили на «панк игрок шпор», удар, и у нас идет «let me go», «let me». Угу. Дальше мы распрыгиваемся. И руки падают вниз и делают хлопок. Гоп. И дальше мы себя с этого положения поднимаем на раму. Руки сразу уходят вот в такое положение, то есть левая перед собой, достаточно широко. И правая уходит в голове через низ. Мы с вами будем делать вот что. Мы отворачиваем подбородок в правую сторону. Па-бам. И дальше таким ударом затягивающим возвращаем голову назад и ведем прямо рукой вниз. У всех парней это видно. И вместе с этим будут работать ноги. Мы с вами делаем раз, два. То есть разворачиваем правое, левое колено вовнутрь и выкидываем ногу. Па-бам, па-бам. У
У некоторых парней есть такое, что они не доводят до конца ногу, то есть она здесь останавливается до середины, а потом уже уходит назад. Вы можете, в принципе, и так танцевать, но основное движение такое. И это работает вместе с головой. То есть мы с вами, когда закончили на go, здесь опять идет let me go, let me go. Сделали go, и дальше мы снова на повторенную фразу делаем вот что. Мы разворачиваемся в сторону, расставляем правую ногу, и сами делаем пам, удар затяжной по голове. То есть мы просто прикасаемся к ней, и потом затяжкой возим руку назад. Па-бам, дальше разворачиваем ладонь к лбу, и поворачиваемся к зрителю. И начинаем шагать на 4 счета вперед, в сторону, меняем расстановку и словно ножником мутим. И вместе с этим у нас было 3-4, панк и го, шпо. Let me go, let me go, let me go, go, go. Let me go, let me go. На эти 4 счета мы с вами идем, на 5 мы собираемся. Это как раз таки тоже сводится со словами let me go. Мы делимся по сторонам и на центр. Что делает левая сторона? Мы пришли с вами на пятый счет, просто, допустим, свели около груди руки и стоим так до счета. То есть 5, 6, 1, 7, 8 мы с вами разворачиваемся. Мы делаем шаг правой ногой, разворачиваемся на ней и отставляем левую. Дальше мы должны взяться за центр правой рукой, левая рука на ремне, на боку, неважно. И мы делаем покачивание в сторону. Лево, право, лево, лево, право, лево, право и слайд в сторону. Правая сторона делает то же самое, собственно. Мы пришли с вами на 5, 6, и мы на 7 разворачиваемся на левой ноге. И дальше мы делаем лево, право, лево, лево, право, лево, право, слайд. Отлично. Тем временем центр делает что? Парни встают и квадратом собирают руки. И на этот счет, пока остальные закрывают на 5-6, к нам присоединяется человек и садится на руку. Дальше мы его поднимаем, и у нас идет лево, право, лево, лево, право, лево, право и спрыгиваем. Это получается на 8 счет, пока парни делают слайд. Дальше все движения одинаковые. Будет раз, два, три, четыре. Что мы делаем? Раз, два, три и четыре. Мы выбрасываем левую ногу по очереди. Раз, и два, три и четыре. Угу. И руки делают замах влево, влево, через, вверх и вниз. Еще раз. Семь, восемь. Раз, и два, три и четыре. С этого положения мы делаем опять же слайд переходный, какой-нибудь волну или замах. У нас выходит ба-бам. И дальше мы переходим 5, 6, 7 и на инго распрыгиваемся. И дальше у нас будут шаги в левую сторону. Раз, два, три, четыре. На четвертом мы собираем ноги и делаем волну через низ наверх. Руки работают таким образом. Снова кружок. Раз, два, три и четыре. Собираем руки около себя или на ремне. Отлично. Все вместе. 7 и 1, 2, 3, 4, 5. Что мы делаем? Мы собираем руки около себя, затем раскрываем словно зеркало и прикладываем подбородку, правую руку, разворачиваем себя к зрителю, показываем на зрителя пальцем. Дальше делаем замах обеими руками, у нас они будут выходить в сторону вместе с ногой. То есть мы переносим правую ногу сюда и па-бам, через замах входим. Дальше у нас на последние 3 счета идет движение, мы с вами присаживаемся, и у нас работает нога правая, нога левая, нога правая. Мы выставляем ее как-то зрительно. Правая рука берет опущенную пальцем вниз, и раз, два, три. Вместе с этим немного работает корпус, но помогают плечи. И потом на 4-й счет мы опять снова уходим с каким-нибудь замахом. Соединяем все вместе. 7, 8, раз, и let me go, let me go, let me go, go, да, та-да-да, та-да-да, та-да. Панк и го, шпо, let me go, let me go, let me go, 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 let me go, let me go. 5, 6, 7, 8, лево, право, лево, лево, право, лево, право, слайд. Раз, и два, три, и четыре, пять, шесть, семь, и восемь. Раз, два, три, четыре, пять, и шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять.
7.